2017 году вошел армянский танец кочари. Очень распространенный танец во всех регионах Армении. Знают, у них свои выды, танцевают до наших дней. Первое, о чем я хочу говорить, это армянский музыкальный инструмент. В 2005 году вошел в состав ЮНЕСКО сам инструмент дудук. Слышно? 30 секунд. Слышно? Thank you.
Второе, то, что вошло в ЮНЕСКО, это армянские каменные кресты. На армянском они называются хачкарми, хачкар. Ну, это так и переводится. Крест и камень. Это символика армянских монастырей. Хачкар, который до 3-4 метров у них высота. И вот тут маленькие, вот там разные знаки, узоры, в общем, очень впечатляющие. Начиная с 3 века у нас таких есть. И как ближе к нашим дням, так уже развито, уже и символика другая. Третье – это лаваш, это армянский хлеб, да, такой плоский. В 2014 году готовят в таких своеобразных, да, тунирах, называется тонит на армянском. Там в Армении тенденция пошла, они детей вот так фото делают, да? Это все лаваш. В 2019 году в состав шедевров ЮНЕСКО вошло искусство армянского письма и его культурные проявления, да? У нас письменность идет из 5 века. Вот вы можете видеть, это армянские буквы, каллиграфические. Чистым образом они там изображены, да. Это армянский магарат, это древние рукописи, да. У нас в Ереване есть Матен-Атаран, это место, где хранятся рукописи армянские. Из 7 века там есть тысячами, да. И еще у нас на камнях есть много надписей в церквях, да, там кто построил, или разные молитвы. Первая буква армянского алфавита – А. Еще надпись на армянском. Тоже развитая культура среднего... У нас этих из средневековья есть, да? Сейчас она в территории Ирана находится, вблизи города Маку. Это древняя армянская церковь. И вот она тоже вошла в состав шедевров ЮНЕСКО в 2020 году. И, наконец, Давид Сасунский, армянский эпос. В 2012 году этот эпос тоже вошел в состав нематериальных наследий ЮНЕСКО. Вот там иллюстрация Акупа Коджияна. Эта иллюстрация была сделана в 1922 году. Это главный герой эпоса Давид Сасунский. И там разные иллюстрации битв или разных действий героя. Oh,
Сасунцы Давид – это главный герой армянского эпоса и самый любимый герой, потому что у армянского эпоса, сейчас скажу, четыре ветви, да, поколениями они так идут, и Сасунцы Давид – самый любимый герой. И поэтому множество сказателей назвали эпосом не «Сасна Цареш», как оно в общем называется, а «Сасунцы Давид» по имени любимого героя. Еще там есть «Джоджатстун», да, «Дом великих», эпос еще и так называют, «Дом предков», «Джоджатстун» — это можно переводить и как «Дом великих», и как «Дом предков», и как «Дом старших». Сасна Цагер, еще там Мгеридур есть, дверь Магера, это второй любимый, так можно сказать, герой эпоса, это отец Давида Сасунского. Я уже 15 лет как исполняю и изучаю армянскую традиционную музыку и традиции. Песни эпоса начал петь в этих годах, да, уже почти 12-13 лет. Мы с друзьями создали компанию, творческую компанию «Кайт». Называется, мы занимаемся армянскими традиционными культурами. Армянского эпоса есть четыре ветви, да. Первый — это Санасар и Багдасар. Это дед, Санасар — это дед Давида Сасунского, да. Багдасар — его младший брат Санасара. Вы видите, вот тут бумага, гуашь, это картина известного армянского художника Ерванда Кочара. Это известный кадр, когда мхер, большой мхер, разрывает вот льва на две части. Лев сел на ручейке, откуда вода шла в Сасун, да, в дом армянских людей, и не давала им пользоваться водой. И вот Мехер пошел и разорвал льва на две части. Второй — это большой старший Мехер, это отец Давида Сасунского. Вот, вы видите его в картинке. И третья ветвь — это Давид Сасунский, это самый исполненный, сказательный, да, много сказателей знали только эту ветвь, эту часть, это самый любимый герой армянского народа, да, и самый известный герой эпоса. И младший Мхер — это сын Давида Сасунский, да.
Четыре поколения названию всему эпосу дала третья ветвь. Сохранение шедевров – это очень важно, и вот тот вклад, который внесен со стороны Саха-Якутии, это очень большой вклад. Я уже сказал, что это вклад не только в сохранение самой Улонху, но и в другие эпосы, потому что это стимул. Вот, например, для меня это был стимул снова взяться, снова повторить все это и прийти сюда и вот обменяться опытом. Я был в Верхнем Вильнюске, там было открытие Сэхолонхо и четвертого фестиваля, да? И вот там, когда я услышал пение из эпоса Олонхо, начал задать вопросы, и вот там выяснилось, что отрицательные герои эпоса Олонхо поют совсем по-другому, по другой структуре, а все остальные герои по одной структуре, только отрицательные поют по другой структуре. Вот у нас тоже это похоже. Для меня было очень интересно узнать это, что в Олонхо тоже так. Эпоса начинается с короля Гагика. У него был дочь Цовинар. Цовинар – это как душа морей, да? Цов – это на армянском море, Нар – это душа, Цовинар, да? У него Цовинар была женой халифа Багдадского, но до женитьбы она сбежала из дома и вот пела две. Как это на русском называется, когда так бьют? Из рук, да? Одна,
один полная пела, один глоточек или как там, и второй по половине, и у него родились две сыновья, да, Санасар и Бардасар. Ну, поколение продолжается только у Санасара, у него жена Дехцунцам и три сыновей. Верго, это большой брат старшего Мхера, еще там Хован, Дзенов Хован ему говорит, как Хован с голосом, да, потому что у него был огромный голос, когда он вот кричал, за семи горами его было слышно, да. И наш отец главного героя Давида Сосунского, старший Махер. Потом еще поколения пошли, и у Верго были дети, и у Хована, и у Мхера, но линия, да, эпоса героев, линия героев держит Мхер старший, и у него родились две сыновья, один из любовницы и второй из жены, который и был Давидом Сосунским, да? И это и есть большой сын Мхера и младший сын Сосунца Давид, это и есть главные герои третьей ветви, да, это враг армянского народа, тот большой Мусалим Мелик, и герой армянского народа Сосунца Давид, который и побеждает врага Мусалим Мелика, да? Ինձ պետք են, պետք են հազար ու հազար անբեր անմոր ու զինվոր։ Ինձ պետք են, պետք են հազար ու հազար մանուկ, նորարուկ մանուկ։ Персонажи, да, Санасар и Бардасар, это близнецы, они родились чудесным образом от царевны Цовинар, женой, которая стала женой багдадского халифа. Они родились от плоти морской воды. Они построили крепость Сосун и город Сосун. Ну, в основном мы говорим, что они создатели Армении. Да, вот так. Сосун — это один город, но в эпосе оно показывает всю Армению. Как бы. Это центральные герои первой ветви эпоса. Потом идет Мэр Старший, это третий сын Санасара, это защитник крепости и страны Сосун. Да, он, когда отец Мусалим Мелика, да, пришли они, сразились с Мхером, и вот у них никто не победил, они договорились, что Сосун остается независимым, да, это исторически говорят, что во времена арабских халифатов, да, 9 век, 7 век, вот в эти времена это произошло, и вот Мхер старший, Мец Мхер, это центральный герой второй ветви эпоса, от него и родился Давид Сосунский. Вы видите ту же самую, ну, про картину я же сказал. Вот он сам, Давид Сосунский, вот он тут с луком, но у всех героев эпоса были чудо-доспехи, да, они нашли доспехи, ну, им было дано, нашли их в том же самом море, где Цовинар, их мать была пела и стала беременной. Вот там и нашли, у них был конь, Куркик Джалалы. Да, вот тут можно увидеть тоже Ерван Кочар. Тут конь, Куркик Джалалы с особыми, да, умениями летать.
быть очень силен, очень быстр и так далее. Еще там меч молния на армянском туркецаки. Это такой чудесный меч, как поражает всех врагов. Ну, герои должны были быть достойным этих доспехов. В деле этого не видели, да, у нас только записи, когда изучатели пошли в села армянские туда-сюда и от сказателей записывали все это. Но вот у нас так большая книга, 1000 страниц почти. Если все у армянского человека 4 ветви, так 4 поколения, да, от отца до внуков. И вот все они вместе взяты, да, 1000 страниц, да, 15 000-16 000 строк, да. Исполнителей нет, сказателей, традиционных сказателей, к сожалению, уже тоже нет. Все, ну, я выучил все из книг, из мастеров. Много изданий, много сайтов, фильм у нас, мультик у нас, отличный памятник главным героям. Давиду Сосунскому в центральном вокзале, оно все армянские мыслители, да, вот те, кто занимались искусством, они обязательно про эпос что-то делают. У нас опера эпоса есть. В школах, когда проходит литературу армянскую, там все головы эпоса, про всех голов ветвей, да, эпоса они читают, знают. А дети исполняют? Не исполняют, но знают. Да. Ну, если есть родители, которые знают, что это важно, они читают своим детям эпос. Hazar Absol.
я желаю, чтобы эти мероприятия продолжались. Я благодарю за это. Мы вот соглашение подписали 2 дня назад в правительстве. Все участники четвертого фестиваля. Было соглашение о расширении эпического наследия, молодежная так ассоциация получается. Со своей стороны могу сказать, что я буду делать все, чтобы эта структура развивалась, все исполнители, все изучатели, сказатели встретились, общались. Хочу благодарить, что меня пригласили сюда. Я очень рад быть здесь, представить свой эпос. И благодарю за темный приют, за гостеприимство народа Якутии.